Дорогие зрители, вы, наверное, еще помните известную советско-российскую актрису театра и кино Наталью Андрейченко. Много в интернете ходило слухов о том, что она серьезно больна, о том, что она попала в аварию и сейчас находится в реанимации. Даже несколько писем от ее фанатов и поклонников пришло к нам в студию. Мы решили в этом разобраться и узнать, что же на самом деле произошло с нашей любимой российской и советской актрисой Натальей Андрейченко. Оказывается, на данный момент Наталья Андрейченко находится в Санкт-Петербурге в одной из частных клиник. Родственники сообщают о том, что с ней все хорошо, она просто проходит каждый год плановое медицинское обследование. Через несколько дней актриса будет дома. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, и уже завтра рано утром на нашем канале, в нашем новом выпуске, мы сообщим вам более подробную информацию о том, какие перемены произошли в жизни Натальи Андрейченко.